Значит, сейчас будет обзор флиппера. Покажу, как это работает. Замок открытый, чтобы два раза или три раза или четыре его не открывать, если это сложный замок. То есть хватает его, один раз открыли. Вот так выглядит флиппер. Он как работает, как и вправо, так и влево. Вставляем. И вот у нас переброс. Так же сам. Делаем оборот. До конца не доводим, где-то вот так оставляем.